В Новосибирске прошел турнир по смешанным единоборствам и тайскому боксу «Ночь бойца». За поединками следил Евгений Нагаев. «Ночь бойца 15» – это традиционные городские соревнования, которые проводят в 15-й раз. Ринг в центре ночного клуба, в зале «Аншлаг». Посмотреть за поединками пришли около 500 человек. Уже турнир такой популярный, известный. Процентов на 70, на 80 приходит одна и та же публика, уже свой зритель. Те, кому неравнодушен эти виды спорта, ходят, болеют, у каждого уже какие-то свои там приоритеты там, спортсменов там приходят, кто-то уже конкретно за кого-то болеет, поддержать. На ринге лучшие бойцы Новосибирска против именитых спортсменов из Кемерово. Всего 8 поединков, из них 4 – противостояние хозяев ринга и гостей. Нет, ну, конечно, фавориты кемеровская школа, но это неинтересно звать заранее слабых соперников. Смысл этого вообще проекта, чтобы был рост у наших спортсменов. Это не какие-то отборочные турниры, не какие-то такие основные старты. Это промежуточные турниры для спортсменов, чтобы они не простаивали перед крупным стартом, чтобы они были всегда в форме. И мы для них ищем более на ступеньку выше спортсмена, для того, чтобы пусть они проиграют здесь, но они выиграют на основном старте, на чемпионате России, на Кубке России, они смогут одержать победу. Впервые участвуют в турнире и девушки. На ринге встречаются чемпионка России из Кемерово Наталья Котенко и финалистка Сибири Вера Буга. Бой равный, с минимальным преимуществом выигрывает жительница Новосибирска. После поединка Вера говорит, что победу посвящает своему сыну. Уровень сибирских спортсменов оценивает главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай, который ради этого события специально приехал в Новосибирск. Что касается тайской школы, конечно, выучка бойцов видна, уровень превосходный. Одна из сильнейших школ мира здесь представлена, это кемеровская школа. Ну и нельзя забывать о том, что новосибирская школа – это одна из первых школ, которые были вообще на постсоветском пространстве. Ну а что касается ММА, то сами за себя говорят результаты. Два человека из Новосибирска заняли первое место на Сибирском федеральном округе, отобралось на чемпионат России, который будет проходить на следующей неделе в Омске. Ну, надеюсь, ребят увидеть сборную. Несмотря на равные схватки, в 3 поединках из 4 победа за новосибирцами. Теперь бойцам смешанного стиля предстоит выступить на чемпионате России в Омске, который пройдет уже на следующей неделе. А у спортсменов тайского стиля главные старты в конце ноября в Челябинске. Туда отобрали 7 земляков. Евгений Нагаев, Алексей Погудин, Новости УТС.